обслуживайте, пожалуйста. Я не буду обслуживать без маски. На каком основании? По магазину я хожу без маски, на кассе нужно маску одевать. Что за глупость-то? Обслуживайте. Здравствуйте. Возьмите бесплатную масочку. Это не маски, это какой-то укрывной материал. Купите, я не знаю, чем. 12 рублей. Не нас, буду я ничего покупать. Штраф, нам разрешили не обслуживать покупателей. У нас есть распоряжение, мы можем вызвать Росгвардию. Вызывайте хоть Росгвардию, хоть кого. По магазину я хожу без маски, на кассе нужно маску одевать. Что за глупость-то? Обслуживайте. Здравствуйте. Возьмите бесплатную масочку. Это не маски, это какой-то укрывной материал. Купите, я не знаю, чем. 12 рублей. Не нас, буду я ничего покупать. Штраф, нам разрешили не обслуживать покупателей. Что у говорится? Вы читали 417-е постановление? Послушайте, у нас есть внутреннее распоряжение. Но я же не должен выполнять ваши внутренние хотелки. Ну а я тоже не хочу терять зарплату. У нас есть для всех, у нас есть распоряжение. Это незаконно. Пожалуйста. Ну вы же согласны со мной, что это незаконно? Я не спорю, но... Ну не спорю, значит обслуживайте. Нет, у нас распоряжение от руководства, мы не обслуживаем. Это незаконно. У нас свое, мы вас не... Ну как свое? Если ну, вас что за абсурд? Не устраивает, да, мы меня вас не устраивает. Не будем обслуживать. Вы не имеете права меня просто не обслужить? Нет. Основание какое? У нас есть свое распоряжение. Ваше распоряжение на меня не распространяется. Я понимаю, давайте вы как-нибудь в кассу тогда. Я никуда не уйду, пока меня обслужат. Вас не обслужат. Значит, я буду здесь стоять до талого. У нас есть распоряжение, мы можем вызвать Росгвардию. Вызывайте хоть Росгвардию, хоть кого. Хоть ДШБ, десантно-штурмовую бригаду. Я никого не задерживаю. Это вы меня задерживаете. Вы не будете меня обслуживать? Я не буду без маски вас обслуживать. Что за дебилизм-то? А? Хорошо, вот так будете обслуживать? Сейчас одену. Сейчас я одену маску. Вот маска. Обслуживайте. Маску оденьте, пожалуйста. Я одел маску. Обслуживайте. Возьмите, пожалуйста. Не буду ничего брать. Обслуживайте. Я не буду вас обслуживать. Я не имею права обслуживать. На мне маска. Я не буду за бред обслуживать. А что вы мне за бред суете? Вот вам предлагают. Это какой-то укрывной материал. Все люди одевают. Все люди одевают. Обслуживайте меня. Я не буду вас обслуживать. Я в маске. Вы не в маске находитесь. А в чем я? Пускай это покупает. Сейчас разбежался. Обслуживайте, я в маске. Я не буду обслуживать вас. Но я в маске. Вы не в маске. А стоите. В чем я? Обслуживайте меня. Я не буду вас обслуживать. Смотри, на что, совсем что ли с ума сходили все? Книгу жалоб сюда давайте. Обслуживайте. Но я в маске, видите, мне дышать уже нечем. Я сейчас задохнусь и упаду здесь. Мне нельзя нервничать. Это не маска, это какой-то укрывной материал. Чем ее пропитали, я ж не знаю. Это ж не медицинская маска. Лучше всех. Обслуживайте. Я не буду вас обслуживать. Мне уже плохо, я задыхаюсь. Я сейчас упаду здесь. Позвонили? Я не знаю, но звонила, нет. Ну что за дебилизм, а? Где книга жалоб у вас? На стойке информации. Давайте ее сюда. Девушка, а девушка, вы понимаете, что мне плохо в маске? Я понимаю, нам тоже. Вы думаете, нам хорошо?
У меня после операции на сердце мне нельзя вообще ничего одевать на морду. У нас тоже свои порядки. Ну это ж неправильно. Но это вы придумали. Вы же говорите, что это внутренний ваш распорядок. Кто придумал? Губернатор. Губернатор? Покажите мне постановление губернатора. Писали, что ограничение 5 килограмм. Покажите мне постановление губернатора. Да я понимаю, что написано, но где постановление? Какого губернатора? Почему губернатор может... Масочный введен. Да никто никуда не введен. Это рекомендательный характер. Да вы не одевайте вот так, как я сделаю. Все. Ну показывайте мне приказ распоряжения, где там губернаторский. Пусть меня обслуживают. Обслуживайте меня, считайте, пока я сейчас подойду. Пожалуйста, ни печати, ничего нету. Администрация города генерал. Какой-то врач мне должен запрещать ходить в магазин, что ли? Покупать мне продукты и не оплачивать? Это что такое? Смотрите, ни печати, никто. Это юридически неправильный документ. Это вообще не документ. Это просто бумага какая-то. Дальше поехали. Постановление. Где печать? Нет печати. Какой-то на ксероксе добахали какой-то фигни всякой. Где печать? Нет печати. Дальше поехали. Нет печати. Это что за абсурд? Это что за геноцид народа? Вам самим-то не стрёмно здесь? Главный санитарный врач печать поставил. Главный санитарный врач заставляет мне ходить так, как я хочу ходить. А главный санитарный врач и написал, что нельзя мне ходить в маске. А мне в ней нельзя ходить. Здесь у нас число-то. 15 июля. Где мои продукты, которые лежали здесь? Тележка стоит. Почему не в тележке стоят? Вы меня, я вам на кассу положил, а не на тележку.